Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Xiaomi Redmi 8A сбросить настройки сети, Wi-Fi, Bluetooth и интернет. Сделать сброс сетевых настроек. Для этого переходим в настройки, затем в раздел подключение и общий доступ и выбираем последнюю опцию сбросить настройки Wi-Fi, мобильного интернета и Bluetooth. Сбросить настройки. Окей. Появляется сообщение «Сетевые настройки сброшены». И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока.